Подводная Одиссея. Задрать швартовы, надуть якорь, отдать паруса, румпель курса по кумполу. Тученце, я ничего не забыл. Ты свои вещи собрать забыл. Зачем вы носите вещи в ту железную бочку? Это не бочка, это батискаф, глубоководный аппарат. Мы в эту подводную экспедицию собираемся. А можно с вами? Хотя бы капитаном. Хотя бы капитан — это я! И вообще, девочек на борт нельзя! Старая морская традиция. Девочки батискафы водить не умеют. Это я-то не умею! Лисичка! Нажми на красную кнопку, пожалуйста! Красная кнопка некрасивенькая. Я на розовую нажму, она мне больше идет. Лисичка, ты это понимаешь? Мы думали, что там будут опасности, а они начались уже тут. Ничего, я не боюсь опасностей. Но мы-то боимся. О, придумал! У меня есть тренировочный батискаф. Там все как по-настоящему. Если пройдешь все испытания, быть тебе капитаном. Договорились? Договорились. Лисичка, ты поплывешь на самом сложном уровне. Будешь спасать дельфинчика. Все, что ты будешь видеть на экранах, будем видеть и мы. Понятно? Понятно. А капитанскую фуражку мне дадут настоящую? Что ж за времена пошли? Все в капитаны хотят. Фуражек на вас не напасешься. Ну что, лисичка, сейчас посмотрим, какой ты капитан отважный. Сейчас я тебе помогу найти дорогу домой. Дельфинчик, осторожно! Не попади под рифы! Кеша, она на нашем тренажере по-настоящему дельфинчика спасла. Ну как вам? Ну ты даешь, лисичка! Больше всего я удивился, что ты акулы не испугалась. Да, такое хладнокровие. Так это что, в самом начале был не дельфинчик? Лисичка, ты заслужила быть капитаном.
Хочу быть взрослой. У-ху! Иха! А можно я? Эй, ну пропустите же меня! Ау! Сейчас моя очередь! Подожди, лисичка, это для взрослых. Это опасно, ты еще маленькая. Ничего я не маленькая, я уже большая. Ну вот, я же говорил, это для взрослых. А я и так взрослая. Взрослая? Сейчас проверим. Представляю мое новое изобретение — взросломер. Вставай сюда, лисичка. Ну вот, значит, когда вырастешь вон до сюда, тогда все, ты взрослая. А пока мы тут старшие, и нас надо слушаться. А старшие говорят: иди ешь кашу. Или что там у тебя? Куклы играй. Старшие говорите. Ладно, есть идея. Эй, ну-ка дайте ко мне покататься. Мы же сказали тебе, ты еще маленькая. Вообще-то, я уже взрослая. Да, как быстро летит время. Ну, раз теперь я взрослая, мне можно. Все. Вот дает. Рампа, это что? Вот, точка, зацени лучше вот это. Короче, тут у нас река, а тут мы такие строим трамплин, а тут такую высоченную горку разгоняемся, на скейте заезжаем на трамплин и... И что? Падаете в воду? Не падаем, а красиво ныряем. Как старшая, я не позволю вам это делать. Это очень опасно. Почему это ты вдруг старшая? Мы же одного роста. Да? Хорошо. Стойте тут. Я скоро. Ой, кажется, я еще выросла. Кеша, это как? Сам не понимаю. Так, хватит болтать. Тихий час. Пора спать. Закрыли глазки. Уснули. Не бегайте. Не сидите без дела. Учите уроки. Сладкое после обеда. Это сплошная химия. Закругляемся. Это опасно. Старших надо слушаться. Слушай, студенты, а обязательно всегда слушаться старших? Я, кажется, придумал, что нам делать. Хорошо быть взрослой. Да, Ари? Да, лисичка. Привет, лисичка. Ну, подаришь мне своих кукол? Нет, это мои. Ну, ты же взрослая, а взрослые не играют в куклы. Ой. А хочешь конфетку? Конечно, хочу. Нет, это я, Кеша. А тебе нельзя, взрослые не едят сладкое. Неправда. Ах, да, лисичка, а я зачем пришел-то? У меня в чулане лампочка перегорела. Там темно и страшно. Починишь? Нет, я боюсь темноты. Как боишься? Ты же взрослая. Все, надоело быть взрослой. Смотрите, я снова маленькая. Ваша очередь быть взрослыми. Сами идите в темноту в свой чулан. А мне отдайте куклы и конфетку. Тучка, ну что, пошли строить трамплин через реку. А можно мне с вами? А ты для этого не слишком взрослая? Нисколечко. Тогда пошли. Кеша 2.
эту штуковину заменим, здесь подтянем, теперь должно заработать. Привет, Кеша! У меня мячик на дереве застрял. Помоги достать, пожалуйста. Лисичка, ну ты не видишь, я занят. Я сейчас такую штуку сделаю, прямо го-го. Здорово! Но кто мне тогда поможет достать мячик? Попроси Тучку. Он высоты боится. Возьми лестницу. Она тяжелая. Ну что мне, раздвоиться что ли? О, а это идея. Ладно, сейчас, жди меня через 5 минут. Ура, спасибо. 1, Кеша, хорошо, а 2 еще лучше. Скажи-ка что-нибудь. Что-нибудь. Ага, так, а давай еще вот так. Что-нибудь. 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 Добрый день, разрешите представиться. Мое имя Иннокентий. Хорошая погода, не правда ли? Вообще не я. Ну-ка, еще разок. Здоров, я Кеша, погодка супер. О, уже ближе. Ну все, а теперь, Кеша 2, иди и помоги лисичке. Заметано! А, это ты? Уже все? Ага. Ну, класс! Отдохни пока! Вот тут! Так, осталось совсем немного! Привет, Кеша! Привет! У меня там удочка в реке за что-то зацепилась. Поможешь вытащить? Да что вы все как сговорились! Кеша, ты это про что? Я говорю! Конечно, помогу! Сейчас, через минуту подойду! Спасибо! Жду на улице! Кеша 2, выходи! Дело есть! Надо Тучке помочь! Не вопрос! Делаем! Молодец! Как же классно я придумал! Теперь можно спокойно делом заняться. О, пришел уже! Помог тученце! Конечно! Иннокентий 1! Молодец! В смысле, я молодец, что придумал себе себя. Ладно, иди жди. Я тебя позову, если что. Кеш, спасибо тебе за помощь. Пошли в футбол играть. А потом пойдем пироги есть! Я такой вкуснятины напекла! Футбол, пироги... О, это мне нравится! Вы идите, а я сейчас вот только эту штуковину приделаю! Ты куда? Мне помощь не нужна! С футболом и пирогами я и сам справлюсь! Нет, это мои друзья! Я им помогал, мне с ними и играть! Чего? Кеша 2, ты что? Я же тебя сделал! Нет! Теперь ты, Кеша 2. Эй, ты что? Выпусти-ка меня! Прощай, Иннокентий 2. Ребята, подождите меня! У нас там змей, воздушный, на дереве застрял. Поможешь? Или нам попозже зайти? Помочь? Да не вопрос! Где там ваш змей? Слонопотам.
сейчас только за морковкой для носа сбегаю. Подумаешь, вот у меня будет снеговик огромный. Сейчас голову только побольше скатаю. Так, так, тяжелая какая. Упс, тучка меня убьет. Вот какую большую морковку нашел. Кеша, а что случилось? Где мой снеговик? Слонопотам пробегал. Ага, огромный такой, страшный. Я такой леплю-леплю, а он такой из леса топ-топ-топ. И прям по твоему снеговику протопал. Дальше потопал. Я даже сделать ничего не успел. Слонопотам? Странно. Откуда здесь взяться слонопотаму? Откуда? Говорю же, из леса вышел. Привет, Кеша! Привет, Тучка! Ребят, помогите мне елку нарядить! Вместе по лесу идут, собирают шишки, на-на-на-на. Вместе песенки поют, а этот шарик вот сюда. О, а я свой сюда повешу! Кажется, чего-то не хватает. А, знаю, звездочки! Лисичка, это? Да! Только как ее наверх прикрепить? Тут нужна лестница. Точно! У меня дома есть. Тучка, пойдем со мной, поможешь. Да зачем тут лестница-то? И так залезть можно. Что мы, не медведи, что ли? Сейчас. Ага, так, еще чуток. Ой! Ой, Кеша, наша елочка. Что случилось? Тут такое дело... Я ждал вас, и тут вдруг этот слонопотам. Стою я такой, вас жду с этой с лестницей. Вдруг слонопотам страшный такой и сразу на елку полез. Я ему говорю, что ты делаешь? Сейчас грохнешься. А он раз и грохнулся вместе с елкой и в лес убежал потом. Кеша, что это еще за слонопотам такой? Ой, ну что-то я засиделся тут с вами. У меня же дела. Ну все, привет. Что-то слишком часто стал появляться этот слонопотам. Странно только, что никаких следов слонопотама нет. Только Кешины. Точка, мне кажется, что Кеша и есть этот слонопотам. Да, лисичка, мне так тоже кажется. Ну что, покажем Врунишке настоящего слонопотама? Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенку поют и читают книжки. Ха! Поверили в какого-то там слонопотама. Наконец-то я тебя нашел, Кеша. Лисичка, тише. Прости, у тебя такой голос смешной получается. Ты говорил, что меня не существует. Помогите! Лисичка, не отставай, а то мы развалимся. Меня не видно, куда бежать? Меня не убежишь. Нехорошо сваливать свою вину на других. Я больше так не буду. Простите. Извинений мало. Нужно еще исправить то, что мы творим. Я исправлю. Я все исправлю. Обещаю. Ну все, пришли. Можете открывать глаза. Ух ты, какая красивая. Кеша, ты сам все это сделал? Да. Тучка, лисичка, в общем, это вам. Вы это, простите, снеговика и елку я сломал. Кеш, да мы знали, что ты все выдумал. Никакого слонопотама не существует. Я тоже так думал, но на самом деле он существует. Кеша, опять выдумываешь. Пять минут назад. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на.
Держись ты, Чензе! Не каркай под руку! Сюда малинку, сюда клубничку. Ой, мой любимый клубничный. Все, нам конец. Кеша, ну не мог по-другому ударить. Ударить по-другому? О, а это идея! Сейчас, я быстро! Вот, машина времени! Сейчас слетаем на 5 минут назад и все исправим! Кеша, когда ты успел? Некогда объяснять! Все, жмем кнопку! А мы точно переместились в прошлое? Цыпа упал, ворона прокаркала, кажись, сработала. Ну, тогда бей, только это в другую сторону. Кажись, это у тебя. О, Тучка, наш мячик. Мой дом. Кеша, ты что наделал? Спокойно, Тучка, сейчас все исправим. Так, на 5 минут назад. Все, жмем. Кеша, а давай вообще по мячу бить не будем. Точно, Тученце, ты гений. Пошли лучше на рыбалку. Ну его этот футбол. Цыпа, нет. Что ты наделал? Что будем делать? Тучка, знаешь, по-моему, лисичкин торт – это не самое страшное. Ты прав, Кеша. Бей! Ладно, Тучка, я за инструментами, а ты дуй за цветами. Встречаемся у лисички. Ой, мой любимый клубничный. Фу, какая гадость! Я, кажется, соль с сахаром перепутала. Все, лисичка, готово! Еще лучше прежнего. Лисичка, ты прости нас, мы нечаянно. Вот, это тебе. Спасибо. Все равно мой пирог не получился. Вот бы вернуться назад и все исправить. Цыпа! 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 На 5 ходов вперед. Так, мой ход. Хоть бы 6, хоть бы 6, хоть бы 6. Ха! Ура! 6! Раз, два, три.
четыре, пять и шесть. Все, финиш! И я снова выиграла! А когда я выигрываю, я съедаю конфетку. Лисичка, ты их уже штук 20 съела. Это потому, что я 20 раз выиграла. Сыграем еще. Ух, я больше не могу. Почему ты все время выигрываешь? Это потому, что я думаю на 5 ходов вперед. Опа! Опа! И ха! Опа! Здорово, Тучка! Что делаешь? Да вот, лисичка! Никак не могу ее обыграть в эту игру. Не можешь обыграть честно, обыграй нечестно. Ты что? Это же нечестно. А я выиграла точку в игру 34 раза подряд. Ладно. Кеша, поможешь мне? Конечно, ты ченция! Представляю тебе план, как выиграть у лисички. Я взял обычное поле и увеличил его. И кое-что изменил. Ну-ка, вставай сюда. Допустим, ты стоишь здесь, а лисичка тебя обгоняет. А теперь смотри. О! И теперь ты обгоняешь лисичку. Ого! Зови лисичку. Со мной ты никогда не проиграешь. Сейчас та конфета будет моей. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Ха! Ага! Еще! Почти выиграл, но так нечестно. Да что такое? Лисичка, смотри, да ты победила! Ой, правда? Как это? Ура, я победила! Тучка, ты что наделал? Ты же уже почти победил! Знаешь, Кеша, иногда надо уметь проигрывать. Кеша, Тучка, это вам! Динозаврик. Таким экскаватором мы яму для бассейна за 5 минут выкопаем. Ой, как здорово! Купаться будем!
Рыбок золотых туда запустим. Что это там? Застряло! Сейчас мы его! Ого! Ничего себе каменюга! Какой огромный! Мальчики, как здорово! Это же яйцо динозавра! Чего? Да ладно тебе, лисичка! Не было никаких динозавров! А вот и были! Да? А давай проверим! А как же это мы проверим? Проверим при помощи машины времени! Поехали! Он меня сожрет! Кеша, он тебе ничего не сделает. Он еще маленький. Он ест травку. Лисичка, а ты откуда знаешь? В книжке прочитала. Чего это он? Лисичка! Ты заблудился. Не плачь. Мальчики, ведь мы поможем малышу. Лисичка, ты что? Тут кругом эти! Лисичка права. Надо помочь этому малышу. Ну, и куда мы идем? Мы идем вон в тот лес на горе. Правда, малыш? Да откуда ты знаешь, куда идти? Кеша, а ты знаешь, куда идти? Конечно, знаю. Так, солнце там... Значит, нам туда. Давайте! Ну что, встали? Кеша! Лисичка! Я тебе точно говорю! Нам туда! Кеша! Ящерица пучеглазая! Би-би-би-би! Да, высоко. И как же нам спуститься? Ну все, надо возвращаться. Так, где тут у нас машина времени? Кеша, ты что? Мы не можем бросить малыша! Ну давайте его с собой возьмем! Травы в нашем лесу полно, пусть живет у нас. Кеша, ты что? Там же его папа и мама. Кеша, ну придумай что-нибудь, ты же можешь. Ну хватит, не плачь. Ладно, есть тут у меня одна идейка. На борт! Ну, теперь можем и домой возвращаться. Да ладно! Чего уж? Ну все, нам пора. До свидания, Дина. Дина! А давайте к нему завтра слетаем. Ну там... Травы наши привезем. Все наоборот. Так, этот не подходит.
Ага, это сюда. Отлично. Ага, а сюда что? Где же этот фрагмент? Привет, ты Кенза! Чем занимаешься? Привет, Кеша. Да вот, пазл собираю. Куда же он подевался? Кеша, поможешь мне собрать? Конечно, нет! Нет? Это почему? Потому что сегодня такой день. Надо все говорить и делать наоборот. Если я говорю нет, это значит да. Я сам придумал. Давай, ты Ченце, попробуй, это весело. Все наоборот. Вот здорово. Вот он, ура, Кеша. Я свой пазл не нашел. А то, а давай сейчас к лисичке не поедем. А это моя на месте стоялка. Чего? А, понял. О, Кеша, помедленнее. То есть быстрее. Ну вот, пирог готов. Привет, лисичка. То есть, до свидания. Ой, Тучка, Кеша, вы уже пришли, а суп еще не готов. Лисичка, тебе повезло. Сегодня день наоборот. Поэтому и обед начнем со сладкого. И посуду мыть не надо. Все же наоборот. Ой, как здорово. Кажется, мне очень нравится этот ваш день наоборот. Ура! Да здравствует день наоборот! И мне не давай. Что? А, поняла. Компот не давать. Лисичка, ты чего делаешь? Зачем компот на стол вылила? Так ведь мы же решили все наоборот. Значит, сначала компот пьем, а потом наливаем. Правильно? Слушай, лисичка, ты меня совсем запутала. Ладно, нам пора. Тучка, поехали. Тучка, ты чего сидишь? А, да, Тучка, мы никуда не едем. Чур, не я за рулем. Давай, Тучка, вперед! Тучка, ты чего? Сейчас врежемся. Давай назад. Тучка, ты даешь! Мы чуть не врезались! Ну ты же сам сказал, полный вперед. А это значит, полный назад. Сегодня же... Да-да, помню! День наоборот! Слушай, Тучка, надоело мне это наоборот! Ерунда какая-то получается! Давай лучше все, как было! По-нормальному? Ну, давай! Мальчики, а я еще банку нашла. Вы же компот не будете? Будем! Будем! Ну ладно, как хотите. Лисичка! Кеша, выручай! Ну же, Тучка, бей! Ой,
футбольным мячом играть? Пробовали. Просто мячик улетел в крапиву. Ха! Крапивы испугались. Показывайте. Кеша, выручай. Так и быть. Сейчас помогу. Ну, крапива, берегись. Перестарался. Наш мячик. Спасибо, Кеша. Да, ты прямо как служба спасения. Обращайтесь, если что. Кеша, выручай. У меня телевизор плохо показывает. Ага. В дело вступай, мастер. Ну, это разве антенна? Я тебе такую антенну поставлю, что у тебя телевидение даже в холодильнике показывать будет. Упс, перестарался с размером. Ну, ты не волнуйся. Я для надежности еще скотчем примотал. Телевизор показывает супер! Да еще и новые каналы появились! Спасибо, Кеша! Нет проблем! Книга благодарностей у меня возле дома, если что. Кеша, выручай! На мой урожай напала тень. Без паники! Разберемся! Лисичкина антенна. Ладно, Тучка, я тебе другой свет сделаю. Лучше, чем солнечный. Упс, перестарался. Что-то слишком быстро все растет. Ну ты это, ты просто ешь быстрее. Ну, ладно. Спасибо, Кеша. Помощь – мое второе имя. Цыпа, и тебе помощь нужна. Вообще-то, у меня сегодня неприемный день. Да и ты, небось, пришел без очереди и без талончика. Ладно, показывай. Кеша, скорее, возвращай все обратно. Сейчас все верну, только от гигантской стрекозы спасусь. Тучка, спрячемся в лесу. Что-то в лесу спрятаться не получается. Бежим! Тогда у лисички! Кеша, у меня телевизор даже из утюга теперь показывает. Антенна твоя вот-вот упадет. Лисичка, ты не права. Она не вот-вот упадет, она сейчас упадет! Кеша, исправляй. Кеша, ты что это делаешь? Как что? Крапиву назад сажаю. Мне кажется, это лишнее. Крапивой я переборщил. Войти в роль. Ой! Ага! О, о, о!
Дракон побежден! Жители моего города, вы спасены! Да здравствует король! Ура! 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 Кеш, ты здорово сыграл, молодец! Да, король из тебя получился отличный. Ну, тут уж не поспоришь. А чего ты не переодеваешься? А, я так прям домой пойду. Ну, как угодно, ваше величество. Кеш! Кеша! Уснул, что ли? Вы по какому вопросу? Кеш, ты чего? Пойдем в футбол играть! Какой футбол? У меня тут дела государственной важности. Драконы не дремлют. Ладно, идите, я позже приду. Конечно, конечно, ваше величество. Ну-ка, лисичка, а такой поймаешь? Да запросто, давай! Ну что, ваше величество, играть изволите? Короли не играют, короли только наблюдают. Объявляю турнир открытым! Слушай, Кеш, прекращай. Спектакль давно закончился. Да, хватит уже играть в короля. Хватит? А кто защитит вас от драконов? Кеш, ну каких еще драконов? Как каких? Огнедышащих, трехглавых, львиномордых, остроклювых, бронекрылых и всяких других. Я для каждого ловушку приготовил. И вообще, кто вы такие, чтобы учить короля? Ну и играй сам с собой. Пойдем, лисичка. Ха! Вы еще сами прибежите, когда на вас дракон нападет. Что ты совсем, Кеша, заигрался? Да ну его, давай лучше в салочки. Черт его, да, догоняй. Лисичка, сейчас, не волнуйся, я тебя освобожу! Это, наверное, Кешины ловушки на драконов. Лисичка, подожди, я быстро! Кеша! Кеша! Не Кеша, а его величество Иннокентий Первый! Ну что там, дракон? Не дракон, а твоя ловушка на дракона. Лисичка в нее попалась. Лисичка, мы здесь. Кеша, отключай свою ловушку. Мальчики, спасайте меня скорее. Об этом я как-то не подумал. Она же для дракона предназначалась. Выдуманных драконов каждый может побеждать. Кеша, я боюсь, придумай кто-нибудь. Я скоро! Кеша, что это? Спокойно, тученце! Это противодракона-ловушечная машина! Лисичка! Не волнуйся! Сейчас я тебя оттуда достану! Кеша-изобретатель гораздо лучше Кеши-короля. Да? Правда? Вообще-то мне самому эта корона уже надоела. Пойдемте лучше в футбол поиграем. Ура! Розовые очки. Thank you.
Привет, Кеша! Пошли на улицу! Будем собирать букеты из разноцветных листьев! Да! И пускать в лужах кораблики! Ну нет! Там холодно, противно, мокро! Бррр. Кеша, ты просто хандришь! Ой, а что это такое? Это не опасно? Хандришь – это когда тебе грустно и ничего не хочется. Кеш, да ладно тебе, пошли гулять! Не хочу! Терпеть не могу эту вашу осень! Холод, дождь, грязь! Хочу видеть солнце, цветы, речку, розовый восход! О, идея! Тебе. А, это специальные очки. В них все видно таким, каким и должно быть. На, попробуй. Кеша, это же все неправда. Неправда? Очень даже правда. Вот теперь можно и прогуляться. Красота! Ого! Да! Вау! Вот это да! Все по-другому кажется. Кеша, стой! Там же грязь! Ты испачкаешься! Какая грязь? Это же мой фрегат! О, море! Обожаю море! Кеш, может, домой пойдем? Что-то холодно. Да вы что? Жизнь прекрасна! Кеша, это же не море, это лужа! Да ладно вам! Да вы просто хандрите! Кеша, остановись! Сними уже свои очки! Кеша, ты что, совсем? Ой, что это? Почему так холодно? Лужа! Ну что вы стоите? Вытащите меня отсюда! Все-таки опасная штуковина, эти розовые очки. Лучше видеть все таким, какое оно есть. Ничего, скоро зима, а там уже лыжи, санки, снежки. А ты прав, Тучка! Зима – это круто! Смотрите! Снег пошел! Ура! Бежим снеговиков лепить! Подводная Одиссея. Задрать швартовы, надуть якорь, отдать паруса! Курса по кумполу! Тученце, я ничего не забыл! Ты свои вещи собрать забыл! Привет, мальчики!
А зачем вы носите вещи в ту железную бочку? Это не бочка, это батискаф, глубоководный аппарат. Мы в эту в подводную экспедицию собираемся. А можно с вами? Хотя бы капитаном. Хотя бы капитан — это я. И вообще, девочек на борт нельзя. Старая морская традиция. Девочки батискафы водить не умеют. Это я-то не умею. Полундра! Катастрофа на борту! Лисичка! Нажми на красную кнопку, пожалуйста! Красная кнопка некрасивенькая. Я на розовую нажму. Она мне больше идет. Лисичка, ты это понимаешь? Мы думали, что там будут опасности, а они начались уже тут. Ничего, я не боюсь опасностей. Ну, мы-то боимся. О, придумал! У меня есть тренировочный батискаф. Там все как по-настоящему. Если пройдешь все испытания, быть тебе капитаном. Договорились? Договорились. Лисичка, ты поплывешь на самом сложном уровне. Будешь спасать дельфинчика. Все, что ты будешь видеть на экранах, будем видеть и мы. Понятно? Понятно. А капитанскую фуражку мне дадут настоящую? Что ж за времена пошли? Все в капитаны хотят. Фуражек на вас не напасешься. Ну что, лисичка, сейчас посмотрим, какой ты капитан отважный. Сейчас я тебе помогу найти дорогу домой. Дельфинчик, осторожно! Не попади под рифы! Кеша, она на нашем тренажере по-настоящему дельфинчика спасла. Ну как вам? Ну ты даешь, лисичка! Больше всего я удивился, что ты акулы не испугалась. Да, такое хладнокровие. Так это что, в самом начале был не дельфинчик? Лисичка, ты заслужила быть капитаном. Модный приговор. Ари, синие рога – это уже не модно. Сейчас в моде розовый цвет. Так, так и вот так. Еще так. Смотри, Ари, как
что это ты у нас такой непричесанный? Садись-ка в кресло, я сейчас из тебя такого красавца сделаю! Сила. Мальчики, приветики! А вот и я! О, лисичка, привет! Какая ты? Ха! Лисичка, что с тобой? Ты что, краска упала? Никуда я не упала! Это просто так модно! Сейчас я и вас модными сделаю! Тучка, пошли! Я? Почему я? Иди! Иди, тученце! Потом посмеемся, какой ты красивый будешь. Правда. Ну, Кеша, смотри, какой красавчик. Ой, не могу. Тученце, ну ты клоун. Тобой теперь ворон хорошо пугать. Кеш, ну ты чего? Это модно так. Лисичка, ну скажи ему. Да, Кеша, зря ты смеешься. Сейчас мы из тебя модного Кешу сделаем. Ну вот еще, я и так самый модный. Ну, Кешечка, ну пожалуйста, ну один раз. Знаешь, как тебе самому понравится. И потом, у меня сегодня модная вечеринка будет с пирогами. Да? Лисичка, только чтоб не как у тучки было. Ты это, получше старайся. Это что? Это так надо, Кеша. Ты теперь самый модный. Модный, говоришь? Ну ладно тогда. Вообще-то ничего так получилось. Не то что у тучки. А что? Я тоже модный. Ну ладно, мальчики. Я за пирогами. Ну что, тучка, бадминтон? Ну, давай попробуем. Да что это? Тапки какие-то странные. И очки эти, ничего в них не видно. Лисичка, а ты чего? Не модная такая. Мода – это все ерунда. Главное, чтобы было удобно. Игровой автомат. Так, это будет крутейшая штуковина. Во, ну как, Цыпа, нравится? Нет, Цыпа, не так. Смотри, смотри, как это работает. Кладешь сюда какую-нибудь вещь. Вот, мячик, например. Так,
тянешь рычаг, управляешь хваталкой и стараешься схватить то, что тебе нужно. Например, наш мячик. Оп, чуть левее, еще чуть-чуть. Сейчас мы его достанем. Эх, промазал. Ну ничего, сейчас мы его... Чтобы автомат заработал, в него надо чего-нибудь положить. Сейчас, сейчас! Давай, давай! Давай, давай, давай! Ну, ну ладно, автоматище, держись! Сейчас ты у меня точно проиграешь. Закончились. Спокойно, у меня есть идея. Жди меня здесь. Ага. О, Тучка, привет. Мне срочно нужны твои вещи. О, Кеша. А я два раза прям в центр попал. Кеша, а зачем тебе мои вещи, а? Тучка, ты только не волнуйся. Я все скоро верну. Так, это мне тоже пригодится. Кеша, постой, ты куда? Некогда, Тучка, по дороге все объясню. О, Тучка, это такой автомат. Бросаешь туда какую-нибудь, сейчас, вещь и играешь. Фу ты, опять. Здорово. Кеш, а дай я попробую. Ага. Ай-яй-яй-яй! Ай! Тучка, все, больше ничего не осталось. Прости, Цыпа, мы тебя обязательно вытащим оттуда. Так, Кеша, только чур я сейчас играю. Цыпа, да залезай же ты. Ох, какой упрямый. Кеша, Тучка, что вы делаете? Отпустите немедленно Цыпу. Прости меня, Тучка. Если бы я не сделал этот дурацкий автомат, ничего бы и не было. Да ладно, я и сам не лучше. Так заигрались, чуть Цыпу туда не запихали. Кеша, а теперь все ваши вещи в этом автомате навсегда останутся? О, Лисичка, ты молодец! Я совсем забыл! У меня тут кнопка есть! Ну что, футбол? Это получше всякого автомата. Кто последний добежит, тот стоит на воротах. Я не буду на воротах стоять. Фильм. Ну, Лисичка, показывай, что там у тебя за сюрприз? Опять пирог какой-нибудь или компот? Нет, хотя компот у меня тоже.
тоже есть. Мы с Цыпой сняли кино. Кино? Вот здорово. Мы с Цыпой кино. Ну-ну, давай посмотрим. А попкорн будет? Там принц совершил 48 подвигов. Но не буду все рассказывать. Сейчас сами все увидите. Цыпа, включай. Ах, мой прекрасный принц! Я так долго ждала, когда ты совершишь 48 подвигов. Ты ведь совершил 48 подвигов. Ах, мой герой! Это что сейчас было? Это кино про принцессу и рыцаря. И про 48 подвигов. Это мы уже поняли. Да это ерунда какая-то. Тучка, ну скажи. Ну, не знаю. Для первого раза неплохо, наверное. Тучка, да ты чего? Кино должно быть со спецэффектами, с супергероями. В общем, Лисичка, ты иди пока пирог испеки, а мы с Тучкой свое кино снимем и тебе покажем, как надо. Робот-Тучка против Кеша Натора. Сцена первая, дубль один. Вот, Лисичка, смотри, вот это кино! Не то, что у тебя! Ненавижу морковь! И эту тоже ненавижу! Вот тебе морковь! На, получи! Кешонатор! Ой, что такое? Кешонатор! Ты посмел погубить мою экспериментальную морковь! Ты за это ответишь! Ха-ха-ха! Тебе никогда не одолеть меня, робот-тучка! Ой, мама! Ура, ура! Я победил! Кеш, ты как? Ты в порядке? Здорово! Вы такие молодцы! Какое классное кино! Про морковку! Да нет же, Лисичка! При чем тут морковь? Это про роботов, и про супергероев, и про... Тучка, ну скажи! Эх, Лисичка права. Сражаться за морковку как-то не очень. Ой, мальчики, а давайте сражаться за принцессу! Я принцессой быть не хочу. Я буду принцессой! У меня и костюм есть! Ты в нашем кино! Кеш, давай Лисичка будет принцессой. У нее и корона, и платье. Ну ладно, только без твоих глупых танцев. Я прекрасная принцесса! Ла-ла-ла-ла! Сейчас похитит огромный дракон. Я сказала дракон, огромный дракон. На помощь, на помощь! О, где ты, принц мой смелый? Приди уже, спаси меня. Я здесь, о, принцесса! Я иду, я спасу тебя! И я спасу тебя! О, принцесса! Тучка, ты что? Ты же моя лошадь! Я не хочу быть лошадью! Я тоже принцессу хочу спасать! Вы вообще спасать меня собираетесь? Ой! Цыпа, прости! Ты в порядке? Цыпа в порядке! Я тоже! У меня же шлем рыцарский и меч! А-а-а! Мои герои! Вы спасли! Ура, ура! Ура! Вот здорово! Классно получилось! И не про морковь! Правда, Лисичка? Вы вторглись в мою галактику! Вам конец! Это что сейчас было? Ребята, а давайте про космос снимать! Цыпа, почтальон. Ага,
Вот так. Теперь мне нужен Тучкин бумеранг. Привет! Ой, а это еще что за чучело? Одолжи мне свой бумеранг. Это не чучело, а лисичка с очком. Вот, бери. Спасибо, ну, я пошел. Ну вот, краска закончилась. Надо у Кеши попросить. Кеша, одолжи мне немного краски. Спасибо. Может, тебе что-нибудь занести в следующий раз? Не, у меня есть все, что нужно. Тучка, мне нужен лед. Кеша, мне нужен клей. Твой гонг. Твои ножницы. Лейка, насос. Тучка, вот твоя лейка. Что-то мне надоело бегать туда-сюда. Ага, мне тоже. А давай сделаем почту. Точно, Тучинцы! А почтальоном у нас будет... будет Цыпа! Так, Цыпа, давай вези посылку к Тучке. Кеша, кажется, сработало. Не сработало. Да, тут нужна серьезная тренировка. Молодец, Цыпа. Все, ты теперь готов быть настоящим почтальоном. Цыпа, достань эту посылку Тучке. О, Цыпа, давай вместе ловить стрекоз. Цыпа, ты куда? Ну ничего, сейчас они у нас сами побегают. Да, лисичка, а что это с ним? Что, не видите? Цыпа заболел. Здорово, и что нам теперь делать? Как это что? Лечить. Так, мне нужны чай, горячая вода, лимон и мята. О, ну это легко. Цыпа, принеси-ка нам чай, лимон. Кеша, ты что? Так, мальчики, а ну-ка быстренько сами принесли мне все, что нужно. Хе, поверили. Ну что, Цыпа, пусть они теперь сами побудут почтальонами. А теперь грелку, еще чай и подушки. Больше подушек. И плед, и еще плед, и пряники, и книжку про стрекоз. Кеша, я вот что подумал. А давай сделаем почтальоном твою напоминалку. Ну где вы там?